Now, understand your opponent and their psychology. Sage advice for anyone in a high stakes negotiation. Certainly, if taking part in talks with Russia over Ukraine and the 100,000 troops Moscow sent to the border. But do we really know what drives Vladimir Putin and what he hopes to achieve by his actions in the region? Well, I sat down with a man who knows him only too well. Mikhail Khodorkovsky was once Russia's richest oligarch until Putin imprisoned him. Теперь он живет в экзале здесь, в Лондоне. Вы стояли против Владимира Путина, и вы заплатили цену за противостояние. Какого рода человек мы Путин сильно изменился за прошедшие двадцать с лишним лет, uh, поскольку он не просто руководил страной, он руководил страной в условиях абсолютно самодержавного правления. И если раньше это был человек внимательно прислушивающийся, осторожный, то сейчас это изменилось. Он уверен в своей непогрешимости и он э, способен на разного рода, в том числе неосмотрительные шаги. So why do you think he and the people who surround him, the clique, I guess you would call it? Вы должны понимать, что для Путина uh, события uh, на Украине, когда там произошел Майдан и был снесен uh, Виктор Янукович, которого Путин считал своим вассалом. Так вот, это был очень травматичный для него опыт. Он считал, что это то, что сделали американцы. И это первый шаг перед тем, как напасть на него лично, на его власть в России. И для Путина было и остается принципиально важным, чтобы Россия воспринимала Украину как страну, пострадавшую вследствие Майдана, вследствие сноса авторитарного правления, вследствие того, что был убран вассал Путина. Вот ему очень важно, чтобы россияне воспринимали это как неудачу. И он все делает для этого. Let me come to Ukraine specifically in a moment, but just on Putin, the person that you are describing, uh, there's only one word that comes to my mind. You're saying this is a paranoid person. Uh без всякого сомнения Путин за 20 лет стал параноиком. Как параноиком является любой мафиозный босс по очень понятным причине. Если вас не защищает закон, если вы не являетесь легитимно избранным руководителем, если для того, чтобы избраться, вам потребовалось нарушать Конституцию, фальсифицировать выборы и так далее, вы понимаете, что вы очень зависите от э, восприятия вас вашим окружением. Если ваше окружение вас боится и вы ему выгодны, то вы живы. Если ваше окружение считает вас слабым, то вы, э, скорее всего, жить перестанете. Вот именно поэтому для Путина принципиально важно не выглядеть слабым. Is there no Internal opposition rising. Uh, на сегодняшний день естественно оппозиция в России сведена к минимальному уровню. Это сделано путем арестов, это сделано путем давления на родственников. Но это же означает, что оппозиционные настроения ушли вглубь. И Путин сегодня уже не знает на самом деле, как общество к чему отнесется. Это одна из причин, почему он боится на самом деле начинать войну на Украине, потому что он не уверен, что российское общество не просто это поддержит, а я думаю, что, конечно, российское общество это не поддержит, он не уверен, насколько сильным будет обратный ответ а он может быть очень сильным. Мы должны понимать, что Россия и Украина на самом деле являются очень близкими странами не только территориально. 30 миллионов российских семей на самом деле либо смешанные, либо имеют родственников на Украине, либо вышли из Украины. И это для Путина тот очень серьезный вызов, который он боится перешагнуть. Но, с другой стороны, он понимает, что он сам поднял ставки так высоко, что вот просто так сказать, что а, все, отыгрываем назад, это для него показать себя слабым. А это, как я уже говорил, большая опасность. Uh, Inside Russia or Ukraine, then it's up to the rest of the world. Now, one thing that could be done is to put pressure on the clique around him. Now, when you came to London, you had, had to give up your assets. But there are many of the Putin clique who have, for example, property in London. They have their assets here, what people call dirty money. Could we be doing <laughs> more to put pressure on him and the people around him by essentially seizing or interrupting their access to that money in London? Uh, in my opinion, активы путинского окружения имеют два смысла. Первый смысл ⁇ это та ситуация, когда путинское окружение использует эти деньги для незаконного воздействия на британскую политическую систему. А это происходит прямо, опосредованно через юридические фирмы через лоббирование промышленников через непосредственное воздействие на политиков и так далее это самая опасная история с ней действительно надо очень всерьез бороться вторая история скорее этического плана готовы ли британцы мириться с грязными с украинными деньгами у себя на территории ну это выбор британского общества то, что касается воздействия на принятие решения Путиным, то понятно, что для него активы его окружения, которые находятся на территории врага, которым для него является Британия, это скорее свидетельство о неком Предательстве, если только эти активы не используются для так сказать, влияния на британскую политическую систему. Поэтому, да, некоторое воздействие это оказывает, но нет, это воздействие не является серьезным. Наиболее серьезным воздействием, естественно, является вооружение и обучение украинской армии, которая в результате демонстрирует Путину, что э, никакая агрессия не будет легкой прогулкой.